Дорогие зрители, если вы, женщина, позвольте поздравить вас с Международным женским днем 8 марта, пожелать весеннего настроения, радости, ну и заодно предложить наш традиционный обзор мировых рынков с его тенденциями и попытками аппроксимации в ближайшее время. Прежде всего, я хочу напомнить, что 8 марта, хотя оно является международным, отключается только лишь в странах бывшего СНГ и немножко еще в Польше. Весь остальной мир работает, идет очень интенсивное ценообразование, и если вы вернетесь в четверг к торгам, то можете обнаружить много разных изменений. По поводу самих бирж особо беспокоиться не стоит. Очередные максимумы были достигнуты на прошлой неделе, причем они были достигнуты не благодаря чему-то, скорее из общих соображений. У нас, если помните, неделю назад были минутки, которые весьма скептически произвели впечатление на рынке. Оказалось, что у нас далеко не очевидно 3 повышения за год. В общем, после этого рынки остановились, практически неделю ходили в бок. Но зато вместо этого началось массовое выступление членов ФРС. Причем я не припомню на своей памяти почти 20-летней торговли таких массовок. Каждый день выступал по одному, по 2 человека из ФРС и утверждал, что вот у нас такая имеется перегретая экономика, нам надо срочно повышать. У нас, если мы не повысим сейчас, то у нас в дальнейшем будет ситуация хуже, у нас имеется наливание многих пузырей, у нас невозможно. То есть многие разные слова говорились. В конце концов, количество перешло в качество. За несколько дней вероятность поднятия на мартовском заседании, то есть на ближайшем, с 40 до 90%, то есть практически наверняка поднимут уже ставку в марте. А это сверх неприятное событие для всех рискованных активов и для акций прежде всего. Несмотря на это, рынки предпочли сконцентрироваться на хороших областях, а именно, что все выступавшие отмечали, что американская экономика, да в принципе мировая, уверенно движется вперед, у нас очень хорошие перспективы, у нас повышение прибыльности активов, у нас лучшие показатели у акций, и в результате в среду у нас прошло сильное движение. Но, правда, мне еще кажется, что очень важный вопрос играл 1 марта, то есть любой переход через месяц означает перетряхивание многих портфелей, но это классическое действия различных инвесторов, поскольку ситуация в долгосрочном плане выглядит, ну, как в среднесрочном плане выглядит очень хорошей, то я не удивлюсь, что многие инвесторы предпочли двинуться вверх. Дальше развить успех не получилось. У нас четверг-пятница была небольшая коррекция, откат вниз. Ну, отчасти этому поспособствовали новые ухудшения политической ситуации. Политическая ситуация, в отличие от экономики, очень плохая в мире, аномально плохая, я бы даже сказал бы. Но прежде всего начнем с того, что Трамп практически потерял свою вертикаль власти, его не слушается ни разведслужбы, ни спецслужбы внутренние, его игнорирует ФРС, пятая власть в виде СМИ, его игнорирует даже актриса из Голливуда. Ну, то есть ситуация у него такой мощная, идет мощная фронта по всем направлениям. И в этой ситуации он сделал очень сильный ход. Он во-первых, выяснил, что еще несколько остальных членов его администрации попали под ту же штату, что и с Флинтом. То есть их обвинили за связи с Россией. Значит, как я уже говорил в прошлый раз, связь с Россией не является уголовным преступлением, какими-то такими вещами, то есть ненаказуемо, говоря юридическим языком. Таким же успехом можно сказать за связи с Великобританией, но по практике это приводит к тому, что люди приходят, надо уходить в отставку. Причем среди, на этот раз, не просто рядовые члены администрации, но даже его заместитель Пенс попал под эту критику. В ответ Трамп объявил в выходные о том, что его телефоны прослушивались, то есть это является копией уолтергейтского скандала. Приказания отдавались лично Обаме, и он задействовал Конгресс для расследования этих ситуаций. Если мы посмотрим, на прошлой неделе были выступления у нас, проходили митинги, манифестации по всей стране, как противников, так и сторонников Трампа. И дело дошло впервые до уже открытых столкновений. Это очень неприятный симптом, хотя пока их было немного, арестовано там порядка нескольких человек. Но сам факт говорит о том, что потихоньку слова перестают действовать, а когда к словам перестают прислушиваться, начинается время уже действовать. То есть это очень тревожный сигнал, который почему-то в Америке пока предпочитают не замечать. Но в любом случае, после того, как Трамп заявил, что у нас будет сейчас массовое расследование, которое в 60-х годах, когда была высокая мораль в Америке, привела к отставке президента, то сейчас могут быть соответствующие те же самые действия. Правда, не понятно, кто это будет выполнять, потому что и суд на стороне сторонников Обамы и Клинтон, и внутренние силы, внутренние МВД, грубо говоря, американская тоже выступает против. То есть ситуация становится в то же самое происходит в Европе. В Европе сейчас основное внимание уделяется прежде всего Франции.
Впервые сложилась за несколько десятков лет уникальная ситуация, когда в первом туре могут победить кандидаты, которые не относятся к галлистам и к социалистам. И именно эти две силы политические на протяжении там, последнего полувека разыгрывали между собой президента Франции. Сейчас у нас Ле Пен националист, и Макрон, который формально является независимым человеком, де-факто является представленником глобальных элит, то есть прежде всего Ротшильд мелькает как наиболее такой известная фигура публичная среди них. Но в любом случае, вот сейчас, если такая ситуация произойдет, то это означает, что Франция уже будет все совершенно другое. Приближаются выборы в Германии, наконец, последнее событие, которое сейчас почему-то не освещается в мире, это движение американцев 90 в сторону Китайского моря для охраны так называемых островов. Наоборот, Китай также усиливает. Он размещает там ракеты, и потихоньку вот искрить в этом месте начинает именно больше всего. Уже никто не в России, даже не в Америке не идет. И на самом деле те политические главные конфликты. На факт, что не то получается. Это хороший вариант, получится, все это уже знают. Тем не менее, акция практически не реагирует, что это легко найти. У нас растет экономика, ну пусть там может быть 3-4%. Может, сейчас хватает получить от 1-2% даже в Америке. И поменьше в Европе, в Японии. Но в любом случае у нас имеется повышение спроса, это поддерживается, пока настоящие тренды на товар. Это касается в том числе нефти, которые за 2 отчета выходили в банках. У него средний запас. Но, впрочем, нефть пока предпочитает сидеть в русском канале и не реагирует на накопления, которые будут под другими вариантами, так и на инфекции, которые будут последние недели. Хорошая экономика в сочетании с аномально плохой политикой дает достаточно гремучую смесь, когда от любого чиха может произойти резкое начало коррекции на фронт. В отличие от многих обозревателей, я очень боюсь этой ставки, потому что я знаю, насколько это опасно для экономики, насколько это чревато для мировой бизнеса. А учитывая колоссальное количество людей, которые сейчас накопилось во всем мире и прежде всего в Америке, то ситуация может быть очень-очень быстро, и даже срочные клиенты продаж, проект могут быть. Поэтому рекомендация для меня на ближайшее время достаточно проекта, что они тут получат ставки несколько или несколько на нас. Но если это случится, то я бы предпочел бы несколько дней после заседания желательно сбегать от оппозиции и входить в рисковую позицию. Ну а в остальном все хорошо, пока в экономике мы движемся вверх, жду новых максимумов по акции. Большое спасибо за внимание, еще раз с праздником 8 марта, наступлением весны.